Тяжело в учении, легко в бою. Формирование структурных подразделений станций Суховская, Иркутск-Пассажирский и Сортировочный, которые зачислены во внештатные аварийно-спасательные формирования, перед учениями 2 дня наверстывали теорию. А сегодня наглядно показали, как будут действовать на практике, даже в случае техногенных катастроф. Сокол-1, Сокол-2. Слушай, Сокол-1. Время взрыва 26.05 на 10.35. Время вспышки 25 секунд. Проход звука 25 секунд. 42 человека прошли 5 этапов, в том числе работа разведчиков, санитарные посты и радиационные наблюдения. За тактическими учениями наблюдали полицейские и командование МЧС Иркутской области. У каждого формирования есть задача. На данных учениях такие формирования у нас присутствуют. Посты контроля дособлучения, разведзвенья, санитарные посты, посты радиационного, химического, биологического наблюдения. У каждого своя задача, как я уже сказала, и мы проводим смотр этих формирований и оцениваем их работу, их готовность к выполнению поставленных задач. Даже промозглая погода и дождь не стали преградой для настоящих спасателей. Вечером после учений у подразделений состоялось построение и награждение лучших. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.